Я о родине много говорили. Мне всегда оставалось такое впечатление, что мама, папа очень мало хотели рассказывать про это. И так мне оставается такая картина, что это, наверное, что-то неприятное там было. Я заметил сразу с детства, что папа и мама как быстро их хотели забывать. Вот кем ты себя более сознаешь? Финном или русским? Ни финном и ни русском. Это трагедия в моей жизни. Это трагедия. Но это только не у меня. Сколько я познакомился с эмигрантами, то у первого поколения. Даже это находится во втором поколении. Их нету корней, корней их нет. Ни туда, ни сюда. И вот это моя трагедия. Но если какое-то окончательное решение делать, я фин или русский, то я сказал бы, что я казак. А что, да? Когда заиграет окуданные короны, под весенний грозный катар, глубокую ночь тревожную темный казак оседлает коня. Коня оседлает казак. Придача погребся, потянет на кругу серебра, но сабля меня. Сначала казак приголубит подружку, потом приголубит коня. Потом приголубит коня. Голубить коня.